Всем привет, с вами Лера. И в этом видео я хочу рассказать вам, как я сдавала ОГЭ. Первый экзамен был устный русский. Мы сдавали его 13 февраля. Мы пропали как раз в тот первый год, когда это влияло на допуск к экзаменам. Хотя, мне кажется, нигде там это не влияло. Вот. За день, конечно, все волновались, но почему-то именно за день до экзамена у меня была какая-то такая легкая эйфория. То, что я была спокойная, очень утром проснулась, был немножко мандраж, конечно. Вот, потому что из всего класса по списку я шла первая. Сдавая его на 18 баллов из 19, тупо забыла сказать цитату. Вот разволновалась и забыла про эту цитату, но это в принципе не важно, баллы эти все равно никуда не идут. Даже перед экзаменом мы все сидели в своем кабинете, в классе, ну, пока общались, пока было вот это вот время ожидания. И у нас один мальчик, значит, пошел в туалет, вернулся и говорит: «Ребят, там ответов нет». Мы такие: «Вау!» Он, оказывается, ждал, что на устную часть будут какие-то ответы. Но их, конечно же, не было. Когда меня позвали, значит, я пошла, прихожу в кабинет, и мне говорят, типа, тяни любой из текстов, так сказать. Вот, они все лежали перевернутыми, естественно, я не видела, вот, ну, взяла на рандом, думаю, все равно, какая разница, вот, мне попался текст про летчицу, я, ну, как видите, по баллам все рассказала, вот, а так, больше всего я боялась за устный русский, даже попросила своего репетитора пока прекратить подготовку к ОГЭ и готовиться к устному русскому, вот, потому что я не люблю особо говорить, я скорее интроверт, и... Ну, собственно, поэтому нужно было эту речь тренировать, потому что мне даже говорили: не молчи, а я не могу, я не знаю, что говорить, я сижу молчу. Вот. Также еще почему-то непонятно началась запись, когда я еще читала текст про себя, и там сначала такая тишина. Я такая сижу, когда мне дали послушать, такая думаю, так и должно быть. Вот. И еще когда там после экзамена нам давали послушать себя. Типа, меня спросили, типа, тебе дать? Я сказала да, сама думаю, не надо. Также, когда я вышла, меня встретила подруга, начала спрашивать, что как, а я такая стою просто, там еще учительница из начальных классов была, стою такая просто, они меня что-то спрашивают, а я как будто в себя ушла, ничего не слышу, такая выхожу, что вы мне говорите? Угостили меня конфеткой, я довольная пришла домой. Далее, естественно, в начале мая, ой, в конце мая 28-го мы сдавали русский язык. Я, конечно, перед ним нервничала, но не сильно, не знаю почему. Ну, потому что с русским как повезет, и, в принципе, я написала его хорошо. На 38 баллов с 39 была одна ошибка в тесте с синонимом. Ну, тут уж извините, тут я не умею, не могу. Было слово «трепет». Теперь не люблю это слово. Готовилась я к русскому языку, ходила по четвергам к репетитору. Также у меня было вот такие вот две книжечки. С помощью этой книжки мы готовились в классе, она 18-го года, а с этой я начала заниматься летом, пыталась что-то сама, вот тут вот закладки вы можете видеть, вот, но здесь, конечно, все плачевно было в начале, вот, тут даже я себе двоечки ставила, но тут, естественно, я навешивала только тесты, что-то там читала по советам к изложению. Вот, но я скажу, что почему-то именно легионовская, все книжки хорошие, кроме вот по русскому языку, она очень сложная. То есть я даже когда уже отходила к репетитору где-то полгода, решила решить один тест из этой книжки, и все равно сделала правильно только половину. То есть здесь она очень сложная. Вот эта книжка намного проще, и, собственно, она мне гораздо больше помогла при подготовке к русскому языку. Естественно, мы в классе писали изложения, с репетитором мы писали изложения. Вот, а отсюда брали в основном сочинения и тесты. Еще эта книжка хороша тем, что здесь написаны именно слова и к ним определения. Но я их не заучивала, я их просто перед пробником, по крайней мере, прошлась по ним, прочитывала. Вот, на удивление, я определение всегда придумывала долго к сочинению, но в итоге писала какой-то бред, и он заходил. И далее шла химия, ее мы писали 4 июня. Вообще 4 июня сдается и география, и химия. Я брала эти предметы, но поскольку совпали в один день, пришлось перенести аж на 14 июня географию. Это, конечно, было нехорошо, потому что вот это вот время ожидания, получается,
мы еще писали математику 6-го, и вот с 6-го до 14-го вот эти дни тянулись просто, и как бы я знаю, что я уже, в принципе, готова, но я не могу ничего не делать в эти дни, вот именно из-за этого времени. Вот, я думаю, могли бы и пораньше сделать. Ну так вот, я была в шоке сама себя, то, что обычно все трясутся перед первым экзаменом, и дальше все идет нормально. А я почему-то именно перед химией, у меня был такой мандраж просто. Вот, и я проснулась утром, понимаю, что меня всю трясет, что я не могу толком даже шоколадку съесть, ничего не могу. Вот, в итоге на русский, на химию, на все экзамены я брала только водичку. Шоколадку я туда не брала, мне было просто не до этого. Почему-то вот перед химией меня трясло больше всего. Главное, а я общалась с одноклассниками, пока мы ехали в ПП. Вот, и почему-то они все, поскольку мы писали 6 июня математику, больше переживали за математику. А, ну, по химии им было уже как-то все спокойно. Я наоборот, меня трясло перед химией, но перед математикой я вообще почему-то из всех экзаменов я перед математикой была просто спокойная. Не знаю, почему так произошло. Вот. И главное, когда мы поехали в пункт назначения, нас распределили по спискам, у нас получилось всего две группы, и, естественно, из своей школы было очень много людей. Вот. Этому я, конечно же, была рада. Далее, когда мы поднялись, нам сказали, ну, нас вызывали, типа, показывать паспорт, вот, нам там нужно было конкретно в этом лицее зачитывать свои паспортные данные, там, сею и номер, вот, и главное, я подхожу, а у меня же трясет все-таки, причем лихо так, вот, и у меня падает калькулятор, вот, эти две проверяющие такие на меня смотрят, такие, ну ладно, давай паспорт мы сами прочитаем, ты только успокойся, пожалуйста. Все остальные люди зачитывали, но я, видимо, особенная. Скорее, долбанутая, но не важно. В итоге, конечно, я не оправдала свои ожидания. Да, у меня была такая цель. Я, поскольку перфекционист, мне надо все идеально сделать. Вот. И была цель все-таки набрать максимальный балл, но, увы, не получилось. Вот. Я набрала 29 баллов из 34. Это, конечно, оценка 5, пятерка начинается с 27, но все равно я, вот вы не поверите, как мне сказал одноклассник, типа, ты нормальная вообще, типа, я, значит, захожу в компьютер и посмотреть результаты, вот, вижу, ну, оценка 5, 29 баллов и начинаю тупо плакать. Потому что мне было очень обидно, я не знаю, на пробнике я и то 30 набрала. Вот, не знаю, было очень обидно, потому что, ну, какие-то вопросы, если честно, были какие-то двоякие в всех номерах, в которых я сделала ошибку. Ну, в общем, все признали, что были какие-то сложные кимы. Почему-то в этом году русский, математика оказались, я поспылю про математику, самыми легкими, а дополнительные предметы, наоборот, самыми сложными. Ну и меня дух успокоил, говорит, типа, ты оптимист или пессимист? Я такая, ну оптимист. Он говорит, тогда ты не потеряла 5 баллов из 34, а набрала 29 из 20. Я такая, спасибо за поддержку. Вот, ну, видимо, я там что-то упустила, потому что учительница нас готовила очень хорошо. Готовила просто отлично. И вот как раз я, получается, потеряла 3 балла в номере 8, 9, 10. Какая закономерность. Причем обычно в этих номерах я не ошибалась. Вот. И 2 балла потеряла из 22-го последнего задания. Им там что-то не понравилось. Следующий экзамен был 6 июня, математика. По математике, на удивление, было все очень легко. Как я сказала, я была спокойная, когда все паниковали. Ну, на химии было наоборот. Вот, инь-янь. И, в принципе, было все очень легко. В одном номере, главное, я сижу, думаю, здесь, наверное, какая-нибудь мудреная формула, которую я забыла. Это был 17 номер с геометрией. Вот, там, сидела, значит, думала. Оказалось, там все по теореме Пифагора. Я такая, класс. А я уж хотела ответ наугад ставить. Хорошо, что решила сделать по теореме Пифагора, будь что будет, и это оказалось правильно. Потому что математика написала на 22 балла, ровно в порох пятерки. Но мне поставили, естественно, в аттестат пошла четверка, потому что у меня по математике было в году 3. У меня в четвертях были оценки 3, 4, 4, 3. И мне вывели в году 3. Я сдала на 5, и мне поставили 4. Класс! Готовились мы по вот этой книжке. И несмотря на то, что она по изданию похожа на русский, вот тут такой же кленовый или какой-то листочек, вот, но она очень сложная именно в конце. То есть 31 работ нормальные,
А в конце уже даже учитель сказал, что профиль начинается. И все равно мы должны были провешивать это дома. Логика. Спасибо. Я делала, но старалась именно это себе в память не загружать, потому что знала, что на экзамене будет легче. Вот, просто я слышала историю Ирины Ваймер, вот, наверное, некоторые из вас ее знают, то, что именно у них многие не сдали, потому что их готовили к сложному, а на экзамене было легко. Вот я как чувствовала, что не надо этот бред делать, все равно делала. Лично я летом готовилась также по легионовским книжкам. По большей части я прошла вот эту, как перед пробником, перед экзаменом я уже не прорешивала. Я прорешу тактикимы, которые печатал мне аппетитом. Эту книжку, честно, я почти не трогала. Я не знаю, зачем она, может, кому-нибудь понадобится, надо кому-нибудь отдать. Вот, просто проблема в том, что брату не отдашь, потому что он в 5-м классе, второму брату не отдашь, потому что он во 2-м классе. И куда теперь все это девать, непонятно. В общем, математика была легкой. Я только, получается, меня научили решать 21 и 22 номера. Во второй части 21 я сделала верно, в 22 я ошибусь. Там люди по кругу бегали, бред какой-то был. Вот. За него я не получила ни одного балла, но, в принципе, мне этого достаточно. И то, учительница, увидев хороший результат, у нас все написали хорошо, кто-то, конечно, списал, но большинство писали честно. Все равно сказала, типа, списала, я такая, 100% списала, да. Человек, который всю жизнь просидел на первой партии, я поняла, и не умеет списывать. Серьезно, я когда списываю, меня всегда палят. В основном это происходило на физике. И ни на одном экзамене вот я в туалет не выходила. Мне тупо было страшно. И тупо было не до этого. Потому что по химии я еле уложилась во времени. Сейчас начну говорить про географию. Там я тоже еле уложилась во времени. Только на математике я ушла через 2,5 часа. Не сидела до конца. А так я на русском, на химии, на географии практически сидела до конца. На географии поймем до конца. Потому что у них там какое-то правило было, типа, остается 2 последних человека, типа, ждете до конца, типа, смотрите, как мы кимы в конверт складываем. Вот, и оставили меня. Да. Следующий экзамен был география. По ней я так же, как и по химии, ходила на школьные курсы. Также я начала географии готовиться еще летом. Я не знаю почему, мне было, видимо, прошлым летом нечем заняться. Получается, прорешала я вот эту книжку летом всю. Я эту книжку всю прорешала летом целиком. Тут закладки, это я именно 15 номер, он у меня не получался, я решила постраховаться, но вдруг повезет заучить ответы. За него я все-таки получила 2 из 2 баллов. За 23 номер 1 из 1 баллов, и за 20 задание, но оно вообще, в принципе, самое легкое, я тоже получила 2 из 2 баллов. Yes! Эту книжку я тоже начала летом, но тут проешено вариантов, по-моему, 9, если я не ошибаюсь. Но тут значит 9 вариант, дальше я уже решала только на ЕШОГ, и эту книжку не трогала, вот. Также по географии мне повезло, что мне попались именно те атласы, по которым я готовилась. Больше всего я переживала то, что я знала, что за 8 и 9 дадут вот такие, какие надо. Я переживала за 7 класс, потому что мы, когда были в 7 классе, учились не по такому атласу, его я покупала, чтобы заниматься летом. И мне попался именно он. Он мне нравится тем, что здесь есть подсказки для 27 номера, в котором я все равно умудрилась ошибиться. Я ошиблась в 27 и в 5 номере. Нормально. Не, ну в 27 я не удивлена, я его никогда не любила. Вот, а вот в 5, да, конечно, там был вопрос, типа, крупным центром цветной металлургии является, я теперь навсегда запомнила, что это Братск. Сначала подумала Магнитогорск, потом такая, не. И 2 варианта отбросила сразу, это Братск и Ярославль. Ответила, что же там было-то, Владивосток. Молодец. Но я на этот вопрос отвечала за минуту до конца экзамена. Да. Я не знаю, почему время просто летело на этих экзаменах. Но если вы хотите, я могу снять отдельное видео про подготовку. По химии у меня также 2 легионовские книжки есть. И у меня есть также 1 вопрос. Куда все это девать? Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вроде бы я все сказала. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. А, не, я кое-что все-таки не сказала. Географию я также сдала на 5, на 30 баллов. У меня были четверки в четвертях и в году. Но я сдала экзамен на 5, и мне поставили 5. Если не верите, сейчас покажу доказательства. Тут уже я доставила предметы, которые были в тех годах. В общем-то, как-то так. И средний балл аттестата у меня получился 4,47.
Я считаю, что это неплохо, потому что дела обстояли намного хуже, буквально вытащила сама себя из ямы троек. Серьезно, у меня в 6 классе стоит 8 троек, а в 7 классе даже одна двойка в четверти есть по математике. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Всем здоровья и добра, всем пока-пока!